flag? Yeah. Всем болельщикам очередной привет из Тольятти. Сегодня, 2 февраля, Ак-Барс проведет свой 57-й матч регулярного сезона континентальной хоккейной лиги. На арене «Лада» встретится лидер и аутсайдер Восточной конференции. Объективно, по турнирному две слабо мотивированные команды. Конечно, в свете последних событий у Ак-Барса должна проявиться супермотивация. Сегодня просто необходимо реабилитироваться и перед болельщиками, да и самим себе неплохо бы понравиться. В целом настрой у ребят позитивный. Нижнекамскую осечку уже почти не вспоминают. Разбор игры состоялся, серьезный диалог тренер и игроки тоже. Все правильно поняли. На сегодняшнюю игру Зинитулла Бенлединов внес корректировки в заявку команды. В состав возвращается Роман Абросимов. Он, по всей видимости, сыграет с Атте Охтома. Остальные защитники на матч с Ладой. Захарчук, Токранов, Йордан, Батыршин и Сидоров. То есть в запасе остаются Эллиот, Мусин и Ярулин. Позиция вратарская. Здесь предпочтение все-таки было отдано Эмилю Гарипову. Сложно угадать, кто из вратарей в конкретном матче сыграет сильнее. И как показала игра в Нижнекамске, угад не всегда бывает богат. Но сегодня Гарипов первый, Галимов второй в заявке команды. В нападении частично поменялись составы двух звеньев. Со Свитовым и Секачем сегодня сыграет Денис Голубев. В этом сезоне Денис пока не отличился результативными действиями за Ак-Барс, и сегодня шанс проявить себя есть. Ткачев, Лукоянов, Чибисов, Попов, Линкин, Глухов. Эти звенья остаются нетронутыми ротацией. А вот у Федора Малыхина и Дмитрия Обухова новый партнер. Дмитрий Архипов сегодня сыграет в Тольятти вместо Михаила Варнакова. 2 февраля. У Архипова день рождения. Нападающему исполняется 24 года. Самый возраст, чтобы заявить о себе во весь голос. Чего и желаем Дмитрию Архипову. Все, за Ак-Барс болеем, хоккеем живем, ждем игры «Лада Ак-Барс». Сегодня в 18 часов по казанскому времени. Ну, можно сказать, с днем рождения. Спасибо. Как готовитесь праздник праздновать? Победы. Не как у Лукоянова день рождения? Нет. Надеешься, что подарок будет получше? Да. Ну, как тебе в новом звене? Хорошо. Сегодня вечером посмотрим. Да. Это очень многословный день. Да. Эмоции наиболее. Копишь? Да. Дай бог скопить достаточно. Миша Глухов хочет тебя поздравить с днем рождения. Ты поздравил меня? О! Ты не знал, что со мной живет? Хорошей игры вам, ребят. Спасибо.